В общем, у нас беда. Бобика сбила машина. Все-таки прогрыз он дырку в курятнике и выскочил. Но эта история долгая, рассказывать я ее не буду, ближе к делу. Сейчас он в Курске. И даже вставал вопрос о его усыплении. Так как у него очень серьезный перелом таза, кроме того, что шейный отдел сломан позвоночника, лапы тоже сломаны. Ну, как бы это ерунда, это все, кроме таза, собирают у нас хирурги в Курске. Таз в Курске никто не взялся собирать. Ближайшая клиника – это Москва и Подмосковье. И, в общем, в Леополде сказали, если вы не потянете этого всего, то его лучше не мучить и усыпить. Честно сказать, я даже хотела сказать «да». Но все-таки решила съездить, посмотреть на него. И у него есть все шансы, я поняла. У него есть шансы. Несмотря на то, что у него перелом в шейном отделе, он поднимает голову, он поворачивает ее. Он пытается хвостиком вилять. Хотя отвозили мы его просто в критическом состоянии. В общем, я связалась. Инна, мама Дзен, есть такой канал. Она раньше жила в Курске, потом переехала в Москву. Я попросила у нее помощи. Объяснила ситуацию. Она сказала, что на себя щенка взять не может, но может дать контакты врача в Подмосковье, хирурга с золотыми руками, кто собирает очень сложные случаи. Мы поехали в Курск, взяли рентген. Отправила я этому доктору, связалась с ним. Он сказал, что случай не настолько критический. Немного преувеличили у нас тут врачи. И что у него в клинике его запросто поставят на ноги. Все не так страшно, как нам описали. Это все собирается, кости таза. И он даже будет ходить. Ну, может, немножко там как-то будет перекошен или прихрамывать. Но в целом там абсолютно не смертельный случай. Но... Операция стоит 30 тысяч плюс-минус, реабилитация сутки 3-4 тысячи день и золотакси. Туда, я не знаю, я еще не интересовалась сколько. Эта сумма неподъемная ни для нас, ни даже вместе с вами. Я снова написала и не попросила выложить пост о нас у нее на канале. Все-таки у нее столько подписчиков. И вообще я ее считаю, но это второй бог для животных. Сколько она всех спасла. Скольким она животным помогла. В одни руки, можно сказать. Я таких людей больше не встречала. Я понимаю ее загруженность. Я понимаю, что она не может взять на себя еще животного такого сложного. Возможно, она думает, кто мы такие, откуда мы взялись. Может, мы какие-то мошенники. Я не знаю, но я получила отказ. Поэтому у кого есть возможность и желание, и время, напишите, пожалуйста, ей тоже. Давайте стучаться вместе. Я вышлю видео из больницы. Все снимки по животному, по Тобику. Может, она действительно разместит пост у себя на канале, и мы как-то сможем собрать на эту операцию деньги. Потому что этот же врач, которого посоветовала сама Инна, он сказал, что все не так сложно. У него все шансы жить. Пожалуйста, разыщите этот канал. Напишите, что мы реальная семья, что мы действительно существуем. Что щенок этот тоже Тобик действительно есть. И случилось такое горе, ему нужна помощь. Сами мы не справимся. Вы нас давно смотрите. Вы знаете нашу ситуацию, что мы из дома даже больше, чем на 2 часа не можем отлучиться. Отец не ходячий, хозяйство, вся эта живность.
мы просто не в состоянии это все организовать сами, нам нужна помощь извне. Может, есть еще какие-то организации, я не знаю, но кроме Инны я больше ни о ком не слышала. Когда-то давно обращалась в хвост трубой несколько раз, но мне даже сразу обрубили и сказали, что вы подобрали, вы и выхаживаете. Поэтому, пожалуйста, у кого есть время, возможность и желание помочь, пишите, стучитесь во все двери. Может, вы еще найдете кого-то, кто может это все нам помочь организовать. Ну и карту выставляю, конечно же, тоже. Спасибо всем огромное. Дышит. Ну, наверное, уже толку нет. Тобик. Миленький мой. Хороший.